Теперь я буду молчать, надышавшись дерьмом. Знаешь, куда мы угодили? Это самый большой отстойник во всей Венгрии. Тебя что, повело? Ты странно выглядишь. Да, вроде меня повело. Ладно. Ты где рос? Эй, чувак, не обижайся, но я не из тех, кто любит, ну, типа, изливать душу или там поверять свои тайны. Так что отдохни. Меня растила бабушка. Моя бабушка. Серьезно? О, да, она не жалела ни сил, ни времени. День за днем она кормила меня и прочее. Она должна быть славная женщина. Славная? Таких просто не бывает. Ох, ангел. Это от бабушки я впервые в жизни получил по морде. Не очень сильно, а просто хрясь, чтобы я врубился, что это не шутки. Да, это... родителям-то вечно не до того. Это и есть любовь. Я имею в виду, что нужно сильно любить ребенка, чтобы съездить ему по морде. Кенни Робинсон всего лишь напуганный мальчишка, и все, напуганный мальчишка.